Сьерра-Леоне, на которую в понедельник обрушился мощный удар стихии в виде наводнения и оползней, столкнулась с риском распространения холеры. Наводнение привело к затоплению водоочистных сооружений. Жители пострадавших районов пьют загрязненную воду, через которую могут передаваться болезни. Спасатели снабжают людей системами очистки, но их недостаточно. Основная проблема в общинах, которые мы посетили в последние дни, состоит в том, что люди используют воду из колодцев, расположенных на берегу реки, говорит командир группы спасателей. Мы объяснили им, что эту воду употреблять нельзя, потому что она загрязнена. По оценкам местных чиновников, число погибших в результате наводнений и оползней в столице страны Фритауне увеличилось до 450. Еще сотни людей, возможно, пропали без вести. Мы проверяем списки зарегистрированных и пытаемся согласовать их, говорит этот чиновник. Этих списков очень много, потому что изначально этим занимались многочисленные группы, фиксировавшие имена выживших и погибших. Тысячи людей лишились жилья. Международные организации доставляют во Фритаун гуманитарную помощь. Несколько стран заявили о готовности оказать финансовую и другую поддержку Сьерра-Леоне.